Всем приветики! С вами Милис, и сегодня у нас игрушечка под названием God of War. Так что не забудь про свой царский лайкосик, если хочешь продолжение этого прохождения. Не забудь подписаться на каналчик, и всем приятного просмотра! Поехали! Чтобы взмахнуть Левиафаном, нажмите Z. Ладно. Ну? Ну, я нажимаю! Как я нажала мышку, не за что за проблемы. Окей. Будут проблемы с управлением, значит, хорошо. О, господи. А мы прям жесткие. Что еще сказать? Какая графика? Кстати, все на ультрах, если что. Так что это максимум, что игра может выдать. Я нашел. Мальчик. Садись в лодку. Это ребенок? Его? Наш? Ох, ё-моё, нифига себе ты даешь. Так маленькое бревнышко взял. Так, все, теперь мы наконец-таки играем. Отлично. Хотя бы ВСД работает, не как ТЗ. Надо привязать его к лодке? Хорошо, давай привяжем. Только как, мне кажется, лодка обвалится. Ну да, и только если как багаж. Держи. Так, оно же будет потом мокрым. Зачем вам потом мокрое бревно? Уже хватит. Блин, это озвучка. Отмеченные деревья. Спуститесь вниз по реке. Хорошо. Так. Так, отлично. Здесь легко управлять. Лодка не то, что в Эвэй-Аут. Что? Что-то изменилось? Лес стал каким-то другим? Все изменилось, мальчик. Ты поменьше об этом думай. Ладно. Так, если вы хотите, чтобы я включила субтитры, если что, напишите в комментариях. Вроде как и без них прикольно. Я думаю. Так что, если что, кричите. Вот теперь зачем им мокрое бревно? Скажите, оно будет высыхать очень долго. Вот прям очень. Зачем вам оно? А что, у вас здесь деревьев не было рядом? Или вам нужна именно была эта береза? Очень много вопросов и очень мало ответов. Так, мне кажется, или картинка странно себя ведет? Ну, по-моему, нормально или нет? Ладно. Можно будет чуть-чуть поковыряться в настройках. Так, я чуть-чуть поднастроила игрушку. Вроде должно быть все нормально. Не знаю, какой-то маленький разрыв происходит. Это последнее.
Не знаю для чего. Это как бы не разрыв кадров, а картинки. Оу, даже у малыша есть татуировки. Ничего себе. Кто это? Кто это? Вон там я вижу маму. Вон там отца я вижу. Вон они зовут меня. 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 О, батя пришел. Теперь все. Найди путь домой. Ты свободна. Прости. Зажми. Этот нож был ее. Теперь он твой. Охоте учила? Чему умела? Покажи. Сейчас? Да. На кого идем? Ты идешь на оленя. Куда? Туда, где есть олень. Ладно, сюда. Так, поохотись вместе с Атрием. Так, хорошо, как я поняла, сейчас мы сожгли отец, просто... Почему именно сейчас? Я должен знать, что ты выдержишь дорогу. И пойдем в горы? Зависит от тебя. Вперед! Сожгли нашу жену. Что ты нашел? Следы, но не оленей. Поищу еще.
Чтобы смотреться, используйте мышку для настройки параметров камеры, нажмите. Ладно, чуть не настроила камеру. Жаль, что здесь нельзя отключить, размыть. Так, это что? В этом мире можно найти немало ценных ресурсов. Рубленое серебро. Рубленое, может. Это что? Гляди, ты пропустил. Угу. Ха, это... похоже. Но может, это не олень. Олень, кобык. Видишь? Кобык. Копыта пошире. Кабан. Горный козел? Да, мать тебя обучила. Да. Так, побежали. Так, а это что у нас? Лодочка? Новый артефакт. Постоянная игрушка 11. Держи, чтобы открыть журнал. Так. Еще следы? Да, но круглые. Наверное, дикий кабан. Хорошо. Хорошо, журнал у нас не открывается. Отлично. Ладно. Ой, сколько тут всего. Броня, оружие, карта цели, кодекс, ресурсы. Так, понятно. Это не журнал. Не знаю, тут как-то управление странно работает. Показывает одно, что а теперь? Вот это не нажимается. Перепрыгнем. Вот так вот, малыш. Идем сюда. Оп. Хорош, о, молодец. Стой, так. Следы оленя, свежие. Сюда. Точно олени, они такие же большие. Он светится. Нашел! Стой! Помедленней. Прости. Ты охотишься, а не бежишь на перегонки. Да, отец. Так, тут что-то есть. Что это? Что мы взяли? Серебро. Так, а это что за цепь? Мне интересно. Ладно, это, видимо, можно будет потом спуститься, подняться. Он сломал мост. Как же нам перебраться? Отойди. Снова? Один. Так, что мне нажать? Зэ не работает. Что мне нажать? Так, вот. Чтобы прицелиться так же, чтобы бросить топор, нажмите левую кнопку мыши или правую. Давайте левую. Ух ты. А теперь мы. Что тут было? О, так у нас это магия? Вот же он! Стой! Какой красивый! Что ты делаешь? Ты же его спугнул! Будешь стрелять! Будешь стрелять, когда я тебе скажу. Извини меня. Не извиняйся. Стань лучше. Ищи его. Я сказал, ищи. Жестко, жестко. Аж самое страшное стало, кошмар. Так, ой, он сам куда-то побежал. Мой лук! Нет, ты не готов. Назад! Хорошо. Так, сильная атака. Отлично. Слабая атака. Хорошо. Работает. Так, кто-то еще есть? Что это за киборги? В каком веке вообще живем? Так, так, так. Поставить блок. Ку, хорошо. Уклонение, потом спейс. Спейс, хорошо. Shh, shh, shh.
сразу двоих, ну ё-моё. Ну ё-моё, ну что происходит? Кто еще? Драугар? Они раньше не подходили к нашему лесу. Иди дальше. Так ты. Вот, отлично, кодекс. Драугар. Мама говорила, что драугры — это павшие воины, души которых упрямо хотят продолжить бой. Они отбиваются от валькирий, которые приходят за ними, и вселяются в собственные мертвые тела, превращая их в нечто совершенно иное. А потом бродят по свету и нападают на всех, кого видят. А еще мама рассказала, что драугры могут менять форму и размер своих тел, а иногда еще и обретают особые способности. Хорошо, так, у нас есть броня, кстати. Мальчика и нас. Понятно. Так, пока мы в этом не разбираемся, мы это не трогаем. Хорошо. Что это такое? Ищите целебные капли. Вот это? Ну, я что-то взяла, по крайней мере. Можно пойти туда, но наш малыш хочет пойти в другую сторону. Ладно, пойдем за ним. Так. Я осмотрюсь. Осматривайся, давай. Так, вроде ничего такого нету. О, Ари. Пошел в старый храм, но мама запретила туда ходить. Мы делаем, так, что хотим. Оправданий не нужно. Так ты с папой, так что все можно. Офигеть, блин, они каменные, он их на разор сбегает. Теперь вернешь мне лук? А ты отсюда попадешь? Говори да. Подойдем ближе. Ладно. Я много раз охотился с мамой. Угу. А ты меня никогда не брал. Почему же теперь? Ну... Она так хотела, и пришла пора. Ясно. Ну, как бы уже мамы нету, поэтому тебе остается только с нами ходить. Со мной. Так что логика в этом есть. Драугар! Что там происходит? Что? Шкала здоровья врага. В бою над врагом, который получил урон или был выбран с целью Кратоса, отображается шкала здоровья. Прицелиться, бросить, вернуть топор. Нормально, мне нравится этот топорчик, офигенный. Честно, так, что-то слышу сзади, нет. Все, малыш, я все сделала. Ты будешь в безопасности. Так, журнальчик. А ну-ка. Все, больше ничего нету? А, вот. Драугры владеют опасным оружием, но они не очень умело с ними обращаются, в отличие от папы с его топором. Если следить за их движениями, то от атак драугров легко уклоняться, да и парировать их несложно. Такиюшки. Так, чтобы потянуть цепь... Открываются. Что делать? Не знаю. Не знаю, малыш, что нам делать. Так, теперь мне не нравится чувствительность камеры. Так, что нам делать, малыш? Нужна какая-то фиксация. Так, стоп. Может, топором прибить?
Что думаешь, малыш? Так, чтобы прицелиться, перетын. О. Хорошо. А дальше что? Ну. А дальше? Как поступить? Тут вроде больше нету ничего. А, о, вот что-то открылось. Что это? Склеп какой-то? Что это? Он не может это использовать. Мы можем. В смысле? Он не можем, а мы можем что? Мы у него взяли какой-то топор, что ли? Так. Если я сделаю вот так вот. О! Так гениально! Просто взять, вернуть? Ладно, окей. Так, что это? Золото? Нет, серебро. Ты куда? На эту сторону. Сейчас, сейчас, подожди, мой хороший, подожди. Тут есть всякие ништячки. Мне интересно, что... А, в смысле, он у нас оказался на спине? Вау, там что-то есть. Так, ну это мы не сможем разрушить. Вот эту бы штуку взять. А если я попробую кинуть? Ага, значит, нам нужна такая же бочечка будет. Например. О, а что здесь? Классно. Круто. О, сундук. А здесь можно вообще ходить или как? Я не сбилась? Цели. Все ломаем, все крушим, все отлично. А это что за двери? Куда? Пойди сюда. О, это что такое? Смотри, это Сколи Хати, волки, преследующие солнце и луну. Откуда они взялись? Как попали на небо? И что будет в конце? Они съедят солнце и луну и все передерутся? Не знаю. Так, что это? Что это? Боже мой, что это? Подвиги, броня. Где кодекс? Наверное, нам кодекс? Да. Волк-великаны. Скедель охотятся на за солнцем, Хати за луной. Что будет, когда они настигнут добычу? Великая битва, один топор, нормально пропал. Хорошо, мы что-то сделали. Мы открыли. Прикольно. Новая запись святилища. Добавлена легенда. Легенда. Угу. Так мы ее только что посмотрели. Хорошо. Так, а здесь что у нас? Ну, сюда мы в любом случае не можем пройти. Так что... Там... Уходим. Малыш, сваливаем. Тут, конечно, надо как-то подорвать что-то. А, может, вот так? Нет. Может, может, все же получится как-то? Нет, не получится. Не получится. Ладно, пошли отсюда, малыш. Нам здесь делать нечего. Пошли, куда тебе надо было, там, за твоим оленем. Пошли. О, еще что-то. Блин, я так понимаю, здесь в этом мире куча всяких ништяков. Угу, серебро. Отлично. Мы уже, по-моему, богатые. Кошмар какие. Так, ладно. Теперь будем знать, что в этом мире есть куча всяких тайников, ништяков, загадок и тому подобное. Так что отец, в каждые уголки можно заглядывать. Жди моей команды.
Дыши. Не думай о нем, как о животном. Это просто цель. Очисти разум. Сделай глубокий вдох. Так, левый контрол и... Выдохни и отпусти. Нет! Нет! Я попал! Хорошо. Нет. Мой хорошенький маленький олень. Кошмар. Живодёры. Да, я решила проблему с управлением. Если кто-то столкнулся с такой проблемой, это кажется у многих. Просто выйти из игры. Где нож? Поменяйте раскладку на английский язык и зайдите обратно. Все. Нет. Закончи то, что начал. Я смотреть не буду. Хорошо, хорошо. Спасибо. Нет, 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 нет. Я не могу. Что это? Это что за киборг? Эй, оленя, ты не трожь? Мы будем с ним драться? Нет. Выбора нет. В смысле, выбора нет. Можно я уйду? Так, стрелы Атрея. Чтобы приказать Атрею стрелять, нажмите F. Чтобы выстрелить в определенного врага, удерживайте Ctrl, затем нажмите F. Враги, пораженные стрелами, отвлекаются и перестают атаковать Кратоса. Количество стрел, имеющихся у Атрея, указывается в правом нижнем углу экрана. Потраченные стрелы становятся временем. Хорошо. Чтобы выполнить кувырок, нажмите Space два раза подряд. При движении для бега используется WSD и Shift. Хорошо, хорошо. Я попадаю, он не падает. Берегись! А? Блин, сложно управлять сразу двумя, можно сказать. Назад, сэр! Как бы нашего уже сыночка там давно убили, Ника. Беги! Следи за ними!
Возьми себя в руки. Я живой! А? Тихо. Тихо. Беги, беги, беги! Все, сейчас мы его это травмируем полностью. Вот, последний удар. Последний удар! Так, что нажать? Что нажать? А, среднюю кнопочку мыши. Хорошо. Ого. Вот тебе получай! Сын. Я не боюсь тебя! Это с ним не то. Тиханул. Ты не страшен мне! Сын, совсем? Посмотри! Посмотри на меня! Сын, остановись! Мы смогли. Но ты не готов. Что? Почему это? Я нашел оленя. Я доказал тебе. Почему не готов? Мы идем домой. Я не болел уже очень давно. И я смогу. Ты еще совсем не готов. К чему? О, ништячки все. Я готов. Закрой свой рот. Так, что это у нас? Труд, убийство. А где это? Это, где там убийство? Да я не понимаю, где кодекс, наверное. Скорее всего, кодекс. Ладно, ничего не понятно. Доля тролля, а, окей. Так, а куда нам домой идти? Без теории обновлений. Хорошо, хорошо, обновили, так и нормально. Так. Это зелье. Отлично. Обожаю зелье. Так, оглушение врагов. Под шкалой здоровья врага находится шкала оглушения. Быстро нанося удар за ударом, вы постепенно заполняете эту шкалу. После этого враг будет оглушен. Возьмите его в захват, нажав... Ох, ладно. Стрелы и атаки голыми руками наносят большой урон от оглушения. Кратус переходит в рукопашное. Ну и после броска топора или нажмите один. Хорошо. Так, я пытаюсь просто его углушить, мне не получается. Я что-то страшное сделала. Ты видел, малыш? Ты видел папу? Ты видел, что он сделал? Я в шоке. Так, тайные комнаты. Хорошо. В мире есть 7 запертых дверей. Найдите их всех. А чтобы открыть такие двери, нужен специальный инструмент. Найди его, вернитесь сюда и узнайте, кто скрывается за дверью. Хорошо. Вот, доля тролля. Убивайте троллей, ищите этих огромных рогатых тварей, тщательно осматривая земли, по которым вы путешествуете. Советы о том, как с ними бороться, вы найдете в бестиарии. Хорошо, нужно убить еще 5. Хорошо, еще 2. Цена военные. Многим суждено пасть, еще немного. Тщательно земли, по которым вы путешествуете. Хорошо. А у меня есть чем открыть? Все никак не откроешь двери? Тихо. Молчать. Малыш. Папа сейчас задает все.
Так, ладненько, думаю, на этом мы приостановимся и увидимся уже в следующей серии. Так что ставьте свои лайкосики, если хотите продолжение этой игрушки. И всем пока-пока.